Дорогие друзья, в моих руках находится варган прекрасного мастера Глазырина. Этот варган называется Фантом, и неспроста он так назван. Дело в том, что у него есть маленький секрет, и о котором я расскажу чуть-чуть позже. Вначале продемонстрирую вам его звучание. Такое коротенькое знакомство, но это еще не все. Дело в том, что у этого варгана есть вот такой чехол, который у меня висит на шее, и здесь есть маленький-маленький секрет. Вот такой магнитный шарик, который мы вставляем вот в это ушко, и варган становится совершенно другим. Такой низкий шаманский тембр получается у него. Поистине мистический варган. Любой, кто приобретет его, я думаю, он очень быстро подружится. И этот варган подарит еще много сюрпризов. Вы уж поверьте.